Всем привет! Решила я снять видео из машины. Надеюсь, не сильно будет трястись, потому что телефон в руках держу. Просто пришла такая мысль и решила на эту тему порассуждать. Думаю, пока доеду домой, или вообще, может быть, дома не будет времени. Вот. Поэтому, чтобы не забыть. Эта мысль, вернее, не мысль, это видео будет снято с позиции... Ну, то есть я хочу порассуждать с позиции человека, который смотрит видео, а не который снимает их как видеоблогер, а именно как зритель. Вот я тоже, я не только снимаю видео, я смотрю видео на YouTube. И вот в последнее время что-то, ну вот я не знаю почему, но вот те блогеры, которых я смотрю, которые мне нравились, мне стало скучно, мне стало неинтересно. Не хочу сказать, что все, но многие из них. И особенно те, которые раньше нравились, чем они мне нравились, чем мне вообще нравится. Ой, так, сейчас как это так сделать, оп. Вот. Чем мне нравились вообще видео того или иного человека, это тем, что они какие-то особенные, неповторимые и простые в то же самое время. То есть человек живой, а не какая-то кукла говорящая сидит. И вот сейчас, ну, по крайней мере, на русском YouTube почему-то, я вот наблюдаю, не знаю, есть ли у вас такое ощущение тоже, такая тенденция наблюдается, все стремятся к какому-то идеалу. То есть, ну, бьюти-блогеры, это как бы понятно, это хотят выглядеть идеально, идеальный там свет, идеальная кожа, идеальное все, и идеальная речь, вот. Но даже те люди, которые как бы себя не совсем, они тоже, может быть, с бьюти-блогерством связаны. Сразу хочу сказать, что вот то, что снимают бьюти-блогеры, мне неинтересно, я это сразу проматываю. То есть, как там, какой косметикой кто-то пользуется, как там красится или какую одежду они там носят. Такие видео пропускаю, даже не смотрю. Не то, что мне эта тема совсем неинтересна, просто вот... Подписываться на канал, который только это показывает, я не считаю нужным тратить мое время на это, во-первых, потому что если мне что-то интересно, что-то нужно, я тогда просто в поиске задам и найду конкретное видео на эту тему, несколько человек посмотрю. А сидеть и смотреть все видео такого толка подряд, у каждого свой опыт, свой вкус, поэтому я не, лично для меня тратить время. Поэтому бьюти-блогеры — это как бы отдельная тема. Но даже те, которые... не совсем бьюти-блогеры, которые снимали видео на разные всякие темы. Почему-то вот, я не знаю, я понимаю, что стремление к идеалу, это хорошо, это даже поощряется, то есть быть, стремиться к совершенству. Но вот у меня пришла в голову такая мысль, что, может быть, совершенство – это как раз в том, чтобы не быть совершенством и не быть совершенным. Где-то какие-то недостатки, недоработки. Когда смотришь на человека и понимаешь, что он живой, то есть все мы делаем ошибки, все мы несовершенны, тогда такие люди интересны, и смотреть таких интересно. А когда человек уже начинает быть таким выглаженным, блин, как бы это даже сказать, не то что выглаженным, но идеальным на экране, ты понимаешь, что на экране вот он такой старается быть идеальным, но в жизни, ну, по крайней мере, мне так кажется, я так понимаю, в жизни все равно невозможно каждый день быть таким идеальным. То есть в жизни человек, скорее всего, другой, чем вот он на экране. И это уже сразу начинает попахивать какой-то фальшью для меня. И поэтому мне уже становится неинтересно, потому что мне хочется смотреть живого человека, его мысли, то есть видеть человека таким, какой он есть, а не таким, каким он хочет казаться на экране, чтобы казаться лучше, красивее, представительнее, ну, я не знаю, каждому свое, да? И тогда ты понимаешь, что в жизни он другой, на экране он такой. И... А зачем тогда смотреть, спрашивается? Зачем казаться тем, кем ты на самом деле не являешься на экране? Конечно, я не говорю, что на экран нужно и на YouTube выкладывать вообще всю свою подноготную, там, быть... Слов даже не подберу. Ну, то есть, развернуть свою душу и выложить все от А до Я, конечно, каждый, я, да и сама, мы все выбираем то, что показывать, то, что мы хотим показать, но в то же время, и опять же, я не хочу, чтобы меня поняли неправильно, к какому-то идеалу, к совершенству, возможно, нужно стремиться, но хочется все-таки видеть живых людей, вот это главная мысль.
То, что когда становится все слишком приглажено, слишком совершенно, для меня становится неинтересным. И очень жаль, потому что очень много блогеров, которых я смотрела, и смотрела именно из-за того, что они были живыми людьми, несовершенными. Сейчас они стали совершенными на экране. Ну, может быть, они даже еще не стали совершенными, но уже как бы близко к этому. Я уже так скажу, что они очень близки. Они, ну, видео вообще выглаженное, вылизанное, там нет никаких погрешностей. И мне неинтересно, не знаю. Вот есть несколько человек, которых я до сих пор смотрю, именно потому что они берут, включают камеру и снимают как есть. Вот им пришла мысль, они взяли, сняли видео. Они едут куда-то, они что-то сняли. Они захотели что-то рассказать, показать, они взяли, сняли видео. В общем, грустно становится, потому что смотреть становится некого. Кроме пару человек, которых я еще смотрю. Вот. И всегда хочется смотреть каких-то неординарных, оригинальных личностей, у которых не то, что они даже что-то показывают неординарное, оригинальное или там делают, просто мысли их, вот то, что, о чем они говорят. Вот такие вот я видео смотрю. Ну, в общем, это так, вот был поток сознания, мне пришло в голову. Я сейчас с работы вышла, все, сейчас еду домой. Так что напишите, что вы думаете по этому поводу, и, может быть, у вас есть какие-то любимые блогеры, которые живые, которые не приглаженные, которые могли бы посоветовать. Именно мысли, именно вот мне интересны мысли людей с точки зрения, может быть, даже психологии или их взгляд на те или иные вещи, происходящие в мире и вообще в жизни. Вот, напишите, если у вас есть какие-то советы или ссылки на таких блогеров, потому что мне, честно говоря, иногда хочется что-то посмотреть, а пролистываешь ленту, в которой у меня почти сотня, надо подписываться от 2/3 так точно, и смотреть нечего, неинтересно. Ну вот, пожаловалась на жизнь. Ладно, все, всем пока.